пришли до кафе, мы были маленьким кружком любителей авторской песни. С той поры мы сильно выросли, многому научились. На счету Оазиса победы на всероссийских и международных фестивалях. Мы стали настоящим театром песни. Наши постановки посмотрели сотни зрителей, и не только в Обнинске. А фестиваль «Обнинская нота» каждый апрель собирает любителей авторской песни и поэзии из десятков городов вот на этой сцене. Мы любим и поем много песен, но к нынешнему вечеру наиболее подходящей нам показалась песня великого Булата Акуджавы. Учите слово и струна.
Колонный зал.